30 ноября в поселке Ипсала турецкой провинции Эдирне проходит церемония открытия части проекта «Танап», которая будет соединена с Европой. Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии. Выступивший министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дönmez проинформировал о проекте. Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии. Азербайджан Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e teşekkür ediyoruz bu değerli konuşmaları için. Далее выступил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Hayırlı olsun. Avrupa'nın enerji arz güvenliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölge barışı ve istikrarına da...